Из послеродовой палаты сразу за экзаменационный стол. Анна Якшанова стала мамой всего 6 дней назад. Для ее мужа Евгения сегодняшняя встреча с дочкой первая. В роддом он пришел, чтобы поддержать жену в сдаче последнего этапа на аккредитацию специалиста. Сама аккредитация, я бы не сказал, что очень сложный какой-то процесс. И если человек готов, то, в принципе, он сдаст легко ее. Вот. Единственное, были трудности со сдачей второго этапа у жены в каких-то моментах, потому что, соответственно, она находилась на 9-м месяце беременности, и там применение каких-то практических навыков просто было ограничено вследствие из-за беременности. Анна и Евгений – выпускники ТГМУ. Беременность в разгар экзаменов не планировали. Отрабатывать практические навыки на манекенах Анне помешал живот. Третий этап аккредитации сдавала сегодня. Все как на настоящем экзамене. Члены комиссии, цветы. Только вместо учебного зала – родильный дом. Будь я на месяце 5-м, я бы все выполнила, я так думаю, на максимальный балл, на максимальный процент. Сегодня у вас последний этап, да? Сегодня у меня последний этап, да, это решение задач. Так что остальные два этапа прошли прекрасно. Процедуру аккредитации специалиста выпускники медицинских вузов проходят второй год. В прошлом ее сдавали только выпускники двух специальностей. В этом присоединились все основные лечебные профессии. А с 2021 года эту процедуру будут проходить раз в 5 лет все практикующие врачи. Для меня, как председателя всей аккредитационной комиссии, стояла самая главная задача – создать ту комфортную обстановку, психологическую в первую очередь и для членов аккредитационной комиссии, и для выпускников, поскольку для них это тоже было впервые. И все три этапа, которые проходили выпускники, они сопровождались программой, которую курировал аккредитационный центр Московского государственного университета медицинского имени Сеченова. Александра Мухотина – акушер-гинеколог с 30-летним стажем. Она отмечает, сегодня приморское здравоохранение выходит на новый уровень. Только за последние 2 года в разы снизилась младенческая смертность. Сегодня этот показатель в регионе один из самых низких на Дальнем Востоке. Огромную роль в этом играют высококвалифицированные специалисты. Но те, которые шли активно, быстро, четко, с такими потрясающими знаниями. Это, вы знаете, эмоциональное такое присоединение было у профессионального сообщества. Такой был накал в обсуждениях, что все говорили: боже мой, неужели такая прекрасная, замечательная смена идет нам? Выпускники, прошедшие аккредитацию успешно, уже сейчас смогут работать участковыми терапевтами и педиатрами. У семьи Якшаниных в планах ординатура и более узкая специализация. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на 8.